Приветствую на своем канале. Спустя полбака после ремонта дубля 3. То есть это работало все четко. Вибрации на штанге нет. От слова совсем. Катушка вообще, блядь, бомба нахуй. То есть надо будет еще пару штук таких прикупить. Ну и может запилить какой-то обзор. Четенькая, блять. Так, оборот у меня сейчас 8. Маленько убавил, но как бы мощи не убавился от этого, нахуй. Тут походу вообще по барабану 8000, блять, 9, нахуй. Херачит, блять, вообще без напряга. Вот хотел показать для канала Вован ТВ коленвал, который здесь стоял. То есть все то же самое. 40/5. Такие же маркировки стояли на шатуне, который стоит на коленвале в этом движке. То есть все то же самое, только единственное, тот золотистый был свежий. Ну, медненный, наверное, какой он был, хуй знает. Ну, а здесь он уже весь в копоти. То есть, так, где тут? Здесь напильничком попилил. Новый коленвал, который здесь стоит, я тоже напильничком прошел. То есть, блять, все то же самое, нахуй. Ни больше, ни меньше, нахуй. Ну, это просто от пластилина он, блять, загнулся, нахуй. Теперь, знаю, можем колокольчик сделать. То есть, агрегат работает. Не знаю, насколько ее хватит. АЭСовский, не АЭСовский там коленвал, АЭС, насколько я знаю, сам ничего не производит. Ну, то есть сама коробочка от коленвала подходит для китайских бензокос 43 куба. Сделан в Китае по заказу АЭС. Ну, то есть АЭС ничего не делает, блядь. Поэтому я не думаю, что вот этот вот коленвал, который стоял на этом движке, чем-то лучше, чем стоит сейчас здесь. То есть можно было купить за полтораху от чемпиона. Но я решил сэкономить. Пятихат купил за косарь. АЭСовский. Ну и в итоге, можно сказать, за пятихат купил новый поршень. Из-за какого-то, блядь, ебаного подшипника, которому цена стольник. То есть край его приводит к попадалу. Ну, на этом я свое видео заканчиваю. Всем пока.